Мы входим в будущее, оглядываясь на прошлое. Вот и стало традицией на пороге новой жизни обращаться за советом к прошлому, своей семьи, своего народа. Может быть, поэтому и пришли в нашу жизнь забытые имена, возникли из небытия, стали общим достоянием славные страницы истории. Великий шелковый путь. Магистраль древности, соединявшая разные концы света от Японии и Китая до Рима. Самый большой отрезок ее был в Казахстане. Но если мы были одним из центров, узловых торговых центров на Великом шелковом пути, у нас в этой орбите было задействовано очень много городов. Весь Южный Казахстан. Это реконструкция. Вот так, наверное, веками шумели разноязыкие восточные базары древности в Атраре, Таразе, древней Алматы, легендарном Тальхире. Многолетние исследования и находки археологов дают возможность окунуться в детали быта этих давно ушедших дней, найти место казахстанской истории и культуре в культурном наследии человечества. ЮНЕСКО в 80-х годах объявила десятилетие Великого Шелкового Пути. И те страны, по которым проходил Шелковый Путь, они активно включились в эту программу, изучали все, что связано с Шелковым Путем, изучали те памятники, открывали новые. И вот это десятилетие было завершено двумя очень большими экспедициями мировыми, которые прошли именно по Шелковому пути. Один был сухопутный путь, а другой – водный. Но я точно знаю, потому что мне пришлось принимать делегацию именно на Тальхире, потому что уже тогда была заинтересованность в тех открытиях, в тех наработках, которые были сделаны на этом городище. Это 89-й год. Талгар. Тальхир. В свое время это имя привлекло Чоканова Лиханова, вызвало интерес Семенова Тяньшанского, Пржевальского, Бертольда. Его раскопки связаны с именами Городецкого, Бернштама, Маргулана, Акишева, Байпакова. Вот мы идем по тротуару, которому 1200 лет. Вот по этим камням ступали ноги людей, которые жили в этом городе очень давно. И мы знаем, что это были люди, которые говорили по-тюркски. Есть источники письменные, написанные по-арабски, по-персидски. В одном из них, Худудалалим, такое было большое сочинение, «Границы мира» переводится, написано, что в городе Тальхире жили чигили и карлуки. Люди, которые населяли Талгар, были воинственны, храбры. И, в общем, такая вот характеристика, она дает возможность нам получить представление о горожанах, которые обитали и любили свою землю, защищали ее. Ну, естественно, они были и строителями городов, вот как раз этот город, который назывался по-персидски Тальхир, по-тюркски Талгар, ну, это, кстати, тут и искажение переписчиков, он был известен как крупный центр на Великом Шелковом Пути. Город имеет типичную планировку для восточного города. Это центральная часть, окруженная крепостной стеной. Она как раз была заселена знатью, купцами, администрацией. А вокруг вот этой вот центральной укрепленной части, это был своеобразный, вот, ну, я бы сказал, и Кремль, и вот
части элитной застройки находились дома земледельцев, ремесленников. И, в принципе, город занимал большую по тем временам площадь. Талгар – это пятитысячник на северном Тяньшане. Талгар – это живописный городок предгорья Зайлиского. Талгар – это всегда неспокойная горная река Итальхия, древний город на ее берегах. Вот здесь домики, видите, вот домики, они все четко читаются. Ну, сейчас посмотрим такой один, наиболее приличный домик. Вот здесь идет набережная, а вот. И дальше, вот это вот большой массив квартала, здесь будет, ну, приблизительно 11 усадеб. Говорят, что археология – это удел молодых, и это правда. Но правда и то, что кто хоть однажды прикоснулся к тайнам древности, становится их пленником на всю жизнь. Мы сейчас находимся на средневековом городе Тальхире, который жил как город с 8 по середину 14 века. Те остатки, которые сейчас находятся перед вами, это остатки фундаментов строений, жилых кварталов, которыми тесно был застроен Талгар. Это остатки средневековых мощеных улиц, ну и других хозяйственных построек. К сожалению, за многие годы раскопок не удалось раскопать ни одного общественного сооружения, как то бани или базары, или мечеть, если повезет. Но надеюсь, что это в будущем. Несмотря на многолетние раскопки, мы впервые открыли санитарное устройство в виде двух ванночек. Аналогичное Тайжан же расчищала сама. Ну, несколько лет тому назад было открыто Атрари. Ну, Атрар у нас – это колыбель нашей городской культуры, там все самое лучшее и быстрее все развивалось. Ну, так всегда думалось до того момента, пока вот мы не стали противовесом. Городская культура и здесь развивалась, и не хуже. Здесь имелся водопровод, канализация, санитарные устройства, мощенные улицы, то, чего нет там. К 910 году площадь города достигала 28 гектаров. И он был известен уже в торговом мире, на шелковом пути и так далее. И был упомянут в географических сочинениях. Вот, так что это город не просто остались развалины, но они очень значимы для истории Казахстана, во-первых. Во-вторых, да, это не Помпея и как бы так не впечатляет. Здесь своеобразная культура, и материалы, которые использовали в строительстве, были местные, то, что мы называем под ногами. Они брали из реки камень, глину, смешивали все это, делали фундаменты, и вот эти фундаменты до нас дошли. Они дают возможность представить планировку города. Вы видите, здесь вот открыта мостовая 13 века. 12-й, начало 13 века. Мощение, вы видите, прекрасное. Изучено достаточно хорошо железоделательное производство. Пожалуй, что это одно из приоритетных направлений в изучении средневекового Талгхира. Потому что именно здесь средневековое железо сохранилось. Такой хорошей сохранности не наблюдается нигде, даже в соседнем Кайлыке.
Достаточно широко было развито гончарство, которое обеспечивало не только внутренние потребности своего населения, но и ближайшие округи, и кочевого в том числе населения, потому что это контактная зона, где очень тесно взаимодействовали оседлые земледельцы и кочевые скотоводы. Здесь же занималась, развита была еще со времен саков ирригационная система искусственного орошения. И мы знаем, что здесь возделывали несколько сортов пшеницы на багаре и на искусственном орошении. И ботаниками, палеоботаниками были выделены сорта, которые производились как яровые и как осенние. Весна. Как и тысячи лет назад, выходит в поле земледелец с кетменем. Таким же, как этот, изготовленный тысячу лет назад мастерами из Тальхира. Древняя, как сам мир, полевая страда. Как тысячи лет назад, какой наездник не мечтает о надежных стременах, таких как те, что сотворил когда-то тальхирский мастер? Это вот, конечно, стремена для такие вот лошади явно, для коня боевого, мощные такие, массивные. Видимо, знатные люди заказывали такого рода снаряжение для своих коней. Ну, во всяком случае, за все годы работы это вот первая пара такая. Вот. Именно вот. Ну, есть здесь какая-то необычность, вот такая вот рамка для ремена, ну, с каким-то, кстати, я бы сказал, китайским, что ли, оттенком. Вот, может, клад найден, ну, неподалеку от центральной улицы, которая была еще, по всему прочему, торговой улицей. Вот, видимо, была лавка кузнеца, лавка для торговли кузнечной продукции. Вот в этой лавке, рядом с ней обнаружен кладик очень интересных вещей. Сейчас коллекции насчитывают десятки тысяч предметов. Это и клады бронзы, из бронзовых изделий. По ним мы можем изучать и медницкое дело. Есть местного производства, есть импорт, который пришел к нам по шелковому пути. География импорта самая разнообразная. От Японии, это японские чаши, до Передней Азии. В X-XI веке талгарские умельцы варили высокоуглеродистую сталь, которая потом, впоследствии, была известна в мире как дамасская. А вот эта высокоуглеродистую сталь, которую получали в X-XI веке, они использовали очень утилитарно. Они науглероживали инструмент, деревообделочный там и так далее. Те инструменты, которыми пользовались в повседневной жизни. Такие инструменты, как стамески, долота, топоры. Но и вооружение производили. Вооружение было наступательное и оборонительное оружие. У нас в коллекции это есть. Тальхир, описанный современниками как крупный торговый центр Великого Шелкового Пути, трудами казахстанских археологов предстал миру как город мастеров. Когда меня там, я на немецком заговариваю, они рады. Познакомиться с уникальной коллекцией средневекового железа из Тальхира приезжают ученые со всего мира. Очень хорошая сохранность и широкий ассортимент металлических изделий из Талгара, он привлек внимание тех, кто занимается изучением средневекового железа. А таких очень мало. Вот в частности, Зенюков. Регион очень близкий.
Южная Сибирь и Казахстан. Поэтому его привлекло это внимание, он списался, приехал. Ему понравился город наш, памятник. И он стал приезжать. То же самое, вот эти местные. И у нас сложился очень хороший творческий тандем, вот который уже 20 лет в следующем году отметит. Интересно. Женские какие-то. И отметим мы выходом очень значимой монографии. Лампа Аладдина. Потереть и джин выскочит. Караваны должны здесь прийти, получить питание, да, какой-то отдых. И, естественно, возможно, что-то продать, а что-то купить и двигаться дальше. И вот не случайно же, вот у нами было несколько лет назад, у ворот прямо, где ворота заходили, главные ворота, целый комплекс найден тандыров для выпечки хлеба. Вот один из таких моментов свидетельствует о том, что он был ориентирован прежде всего вот, так сказать, на каких-то приезжих прежде всего. Тут же они могли купить этот хлеб выпеченный, там, отправляясь в дорогу, или наоборот, караван пришел отдыхать. Нередко мы встречаем находки ведь и привозные. Как они здесь оказались? То ли были проданы, скажем, сюда, то ли остались по каким-то причинам, там, трудно сказать, да? То есть вот этот торговый путь и повлиял на то, что именно здесь сосредоточено довольно большое количество металлических изделий, и из бронзы, и из меди, и из железа, стали и так далее, чугунных изделий, так, как пункт транзитной торговли. Но я думаю, он был достаточно и своим крупным ремесленным центром. Может быть, опять же, ориентирован на торговлю, я здесь не берусь говорить, потому что иной раз мы видим такие находки, типа, как мы их называем кладами, а на самом деле, ну, трудно сказать, может, это товар был, небольшой товар, потому что вот в прошлом году мы открыли там, ну, больше десятка одновременно лежащих вместе кучей вот этих стремян, допустим. В этом году тоже какие-то набор именно кучно собранные, то есть тоже, может быть, какая-то продукция была приготовлена, может быть, для продажи, такой вариант тоже. Это одно. И уникальность этого городища заключается в том, что металл хорошо сохраняется, солей нет в почве. И мы имеем возможность изучить его. Скажем, таких находок, такой сохранности нет нигде в Средней Азии. А учитывая, что это один, в общем-то, в значительной степени один такой этнокультурный регион, поэтому мы можем уже и сопоставления какие-то проводить со среднеазиатским регионом, из-под области технологии, прежде всего, потому что там невозможно изучить ее, сохранность плохая. Вот. И очень большое разнообразие. Разнообразие, речь идет о, так сказать, о номенклатуре ремесленных изделий. Вот. Ну и уникальный случай, конечно, это две вот находки, пока в настоящее время известны. Это находки из булатной стали. Одна из разновидностей, конечно, булатной стали. Может быть, не самая классическая, но, кстати сказать, аналогия пока мне неизвестна. Я специально работал в библиотеке в Германии и смотрел зарубежные публикации, чтобы найти какие-то аналогии. Именно этому виду булат и не обнаружил. Они, в общем, пока уникальны, мы вот их публикуем. Я сейчас большую публикацию приготовил тоже в новосибирский журнал, такой, который переводится еще на английский язык, чтобы, может быть, сообщество научное, ну, по крайней мере, познакомить его с этими результатами. А такие находки, они перекликаются. У меня тоже несколько находок есть со Средней Азии, как импорт. То есть тоже. То есть в целом очень характерная для Талгара, характерный набор таких технологических характеристик, что ли, присущих именно данному региону, данному времени, конечно, как
городскому ремеслу там, 10-13 века. Самое значимое для меня то, что произведено в Талгаре. И доказывает о высоком уровне производительных возможностей талгарцев. История культуры, развитие человечества. Все это единая картина, в которой не хватает очень много, как бы сказать, составных частей. Я считаю, что мы занимаем там достаточно уверенное и значимое место. Нами интересуются нашей археологией, достижениями, теми открытиями, которые мы сейчас делаем, а зарубежная научная общественность, это и Франция, это Италия, это Англия, Южная Корея, Япония, они прекрасно понимают все те наработки, все те открытия, которые мы делаем, и понимают их значимость именно в мировой табели о рангах. Предстоит еще очень много раскопать. Памятник республиканского значения находится в очень удобном стратегическом плане и в том плане, что он находится на территории города Талгара. Вся инфраструктура развита, поэтому его можно с наименьшими затратами ввести в оборот туристического бизнеса. Все наши раскопки на это и нацелены. Культурная программа нацеливает нас на это. Мы стремимся к тому, чтобы это был музей под открытым небом. Тальхир. Маленькая точка на исторической карте Казахстана. Город на Великом Шелковом пути. Прикосновение к прошлому. Сколько еще тайн хранит эта древняя земля?